Более 30 пожарных боролись с огнем, охватившим судно в Петропавловске. Сборщик воды, загрязненной нефтепродуктами, вспыхнул у одной из пристаней в районе Богородского озера. Хлопок, а затем и пожар, произошли, когда судовые емкости очищали от остатков топлива. Причиной происшествия стал электронасос, в котором произошло замыкание. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения констатировали плотное задымление. Дым окутал как само судно, так и стоявшие рядом корабли береговой охраны. Огонь добрался до швартовочных устройств. Огнеборцы сначала локализовали пожар с помощью гидрантов, затем бесстрашно спустились в задымленные отсеки судна, используя для дыхания маски и кислородные баллоны. Вскоре пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила около 20 метров. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.